Привет, привет, мои дорогие. Так, первым делом меня спрашивали за весы. Ну, где же я их взяла? Что, возможно, это пленочка. Я вам сейчас покажу, что это не пленочка. Я такая сегодня довольна какая-то, счастлива. Я, кстати, знаете, сегодня столько энергии. Вот я даже, она нигде не поддевается. Может быть, там со временем, я не знаю, где она будет поддеваться. Но смотрела вот даже вот так вот. А может быть, и пленочка. Слушайте, ну, наверное... Люди, точно пленка. Мне миллион человек написали, что это пленка, а я не могла никак поддеть. Видно, знаете, просто боялась. Сейчас я ее ноготочком. Ура, это пленка. Да, это на самом деле пленка. Вот вы все были правы. Хотя я посмотрела раз-два, тут нигде. То есть она настолько плотная, что нигде не было видно, как ее поддеть. Сейчас мы с вами ее снимем. Ха, вот все, эврика. А я говорю, заказывала металлическое, вот это пришли синего, все. Вот прям замечательно. Сейчас мы с вами все снимем. Какие вы у меня молодцы, однако. Я в жизни не стала ничего колупать, ничего дергать бы не стала, потому что просто побоялась бы. Вот у меня сегодня были экзамены. Написала, ну не экзамены, срез познания с 1 по 6 капитель. Нет, с 3 по 6 капитель. Мне кажется, написала неплохо. А там кто его знает как. Но опять-таки готовилась. Но у меня, знаете, как бывает, что... Гермионочка, ну смотри, лазишь тут. Потому что я какие-то правила знаю, но когда доходит до практики, я про них просто забываю. Потом, когда начинает разбираться, я... Это же модальные глаголы. Вот это пишет так, а это же вот это. Но когда я прям встречаю это все, мне не всплывает, что это модальный глагол, надо сделать вот так-то. А это вот то, надо сделать вот так. То есть проблема еще, знаете, теория одно, практика другое. Так, это убираю. И сегодня я проснулась с мыслью еще, знаете, о чем? Что я хочу много всего приготовить. Вот я не знаю прям... Меня прям плющит только энергия, я понимаю, что я прям хочу наготовить. У меня есть вот такое мясо красивое. Буду его готовить, но не просто я хочу его приготовить, я хочу его приготовить, знаете, с грибами еще вместе, потушить в сливках. Сливки купила. Да, сейчас вам покажу, что я купила в Киеве, потому что всем интересно. Кто-то скажет, знаете, нам не интересно. Вам не интересно, кому-то интересно. И почему сегодня буду снимать, что готовить буду? Потому что, будучи 25 злаком лет замужем, я прекрасно понимаю девушек, которые просыпаются утром. Бимс. Что же сегодня готовить? Так, гречка была, плов был, макароны были, картошка была, мясо по-французски было, отбивные были, котлеты были, бестроганов был. Что же приготовить? И вот каждое утро многие из нас просыпаются с мыслью, что же сегодня готовить? А я вот, ну не знаю, большинство небольших девушек готовлю каждый день. У меня трудно, знаете, что у меня там наготовило, а это стояло. Я... Маленькими порциями, но каждый день, потому что важно разнообразие, важна красивая подача, чтобы все это было с аппетитом. Но сейчас мы снимаем то, что купила в Киеве, Смотрите, какие невероятно красивые грибы. Ай, упал пакет мой. Шампиньончики белые называются, просто шампиньоны. Один называется королевские шампиньоны. Не знаю, где как, у нас вот такие темные называются королевскими. Они, запомните, они более ароматные при жарке. Вот их я очень люблю. Кстати, вчера была температура у меня 37,3, 37,1, просто 37. Сегодня утром встаю, горло опять у меня першит, больно глотать. То есть у меня как-то, знаете, вот вроде полоскаю, вроде попустила. Дня 3 проходит, все это возвращается. Я думаю, что когда у нее была температура, какой-то вирус. Я все-таки этот вирус где-то цепанула. Сегодня у меня опять сейчас пришла, температуру меряю 37,2. И состояние такое, знаете, прям меня ломает, но принимать ничего не принимаю. Думаю, возможно... Организм сам переборет. Не переборет, как обычно я делаю, ударную дозу витамина С. Не рукой, чтобы потушить в томате. Поэтому я взяла помидоры. Один помидорчик лопнул. И поэтому они стоят 19 крон, остальные целые. Взяла. Если тушить в томате, то вот эти помидоры пойдут идеально. Вы за 19 крон нигде ничего не купите. А это прям помидорки. Так, это я вам показала все. Дальше, дальше, дальше мой рюкзачок. Как у меня выручает этот рюкзачок. Беречек. Конечно же, буду делать коктейли и давиться, но пить. Так, еще. Ну, еще такие же помидорки взяла. Еще, еще, еще. Анютки, шоколадный пудинг. Как же я свою девочку не побалую. Потом взяла вот такие вот два соуса, крытки. Видите, терияки и еще один соус. Они для рыбы. Возьму, попробую, какой мне понравится, запомню. Потому что много продуктов, которые вы смотрите, терияки. Бывает терияки густой-густой. Бывает, купишь, он как вода. Думаю, что ж ты за терять, если он как вода. Взяла этой фирмы, попробую, какие они на вкус, насколько мне понравится. Понравится, буду брать.
Два соуса взяла. Потом взяла еще сегодня фарш. Хочу сделать помимо этого мяса, это будет на второй, а на первое хочу сделать супчик с фрикадельками. Вот у меня Аня хорошо ест супчик с фрикадельками. Сливки я уже говорила, сливки будут к мясу, в котором я буду все это тушить. Грибы будут туда же. Взяла еще вот такую, ну, вроде как она называется, а, это сервелат, я думала, это шинка. Странно, вот, не угадала, конечно. Не знаю, теперь прям зависла. Самое простое, что у меня есть ребенок по вечерам, можно сделать тесто на дрожжах, раскатала, колбасы, те же самые помидор, сыр, все, пицца ребенку готова, съест с удовольствием, не останется голодной. Так, колбаса. И, конечно же, взяла вот апельсин, потому что в коктейль забивать вкусик деревни очень надо. Ну и мята, мята спасает прям. Так, все, да, все. И все это у меня вышло на 256 крон. То есть вот кто ориентируется в евро, примерно 27 евро, чтобы вы понимали. Чек. Все, сейчас начну все готовить, буду снимать. Кому не интересно, конечно, пролистывайте дальше. Еще сегодня, знаете что, яркая погода, светит солнышко. Я смотрю на свою террасу, на свои окна, я понимаю, что я уже хочу помыть окна. Вот мне прям хочется, они такие, знаете, заляпанные и кошачьими лапами, и руками нашими. И сама себе, стоп, стоп, Наталья, подожди, подожди. Все в один день ты не успеешь. Энергию свою немножко так опускаем, потому что надо ее распланировать. Я все это сделаю, и к вечеру я уже, знаете, буду такая вот вся, фух, фух. Просто доползти до диванчика, принять душ. Что, поехали готовить. Первым делом, пока все готовится, что я могу сделать быстро? Я могу сразу свой блендер забросить 3 яйца с сахаром. Пока я буду думать, что с мясом, разделывать его там на кусочки, уже у меня блендер забьет 3 яйца с сахаром, добавлю туда муки, и все. У меня уже будут готовы кексы, потому что форма есть, надо ее опробовать. У меня сегодня, как видите, очень много морковки, мята и, конечно же, сельдерей. Надеюсь, он не будет противным за счет вот того, что много мяты. Девочки, я переложила все свои кухонные принадлежности. И очень удобно. Когда мне нужна будет, скажем так, часть выпечки, я все это достану. Нет, стоит в кладовке, и половину обеденного стола, вернее, кухонного, мне это не занимает. Залог вкусности любого мяса, особенно такого красивого, это хорошо его протушить. И сейчас я его хорошо обжарю. Почему натираю? Потому что должно быть без шкурки. Отлаживаем все это дело. Так, аккуратно все это вот так вот вычищаем. И все вот это я отправлю. Пришла Анютка со школы, посадила ей супчик, а я тем временем... Мясо тушится, кексики в духовке делаются. Натираю капусту, и будет у меня квашеная капуста еще, плюс ко всему. Что делаю дальше? Порезала грибочки. И буду грибочки обжаривать отдельно. Почему, девчонки, мальчишки, буду обжаривать грибы отдельно? Потому что, смотрите, я сразу обжарила мясо, налила туда, потерла туда томат, залила воду, оно тушится. Иногда бывают моменты, когда я хочу, чтобы грибы вообще не ощущались, но они там были для густоты, для запаха, аромата. Я тогда все вместе пережарила, залила водой. Через 3 часа тушения ваши грибы, простите, мне растворяются. Вот, а мне надо, чтобы они не растворились. Поэтому я сейчас грибы пережарю отдельно, и уже когда все будет готово, я потом их добавлю, чтобы было тонкое-тонкое, прямо распадающееся на небе прям мясо, и ощущались грибы все-таки там. Анютка захотела сделать перестановку. Ну-ка, дай покажу, что ты делаешь. Это на полик. Гермиона все это дело наблюдает. Мяу. Развернули, честно говоря, кровать ей в другую сторону. И вот она сейчас себе будет все заправлять, наводить себе кругом порядок. Именно так, как она хочет. Я хочу стол переоформить. Да, и переоформить стол. Так, рассказывай, что ты хочешь сделать. Ну, я хочу сделать все более уютно. Кстати, я научилась свечки поджигать, могу показать. Да, у нас раньше был страх прям огня вообще. Теперь она научилась побороть страх и научилась зажигать свечки, да? Умница моя. Так. Гермиона. Но камин я палить не буду. Да, Гермиона, глянь на меня. Ты контролируешь процесс? Вот смотрите, Аня моет все. И Гермиона, вот чтобы вам как-то издалека сейчас покажу все это дело. Сейчас вот так вот. Вот. И она контролирует, хорошо ли Аня помыла пол. Достаточно ли все блестит. Давай я кексики готовить. К
Кто-то сердечко. Из скоростью не знаю чего поедает. Быстрее, чем я их готовлю. Подходит у меня вторая партия кексиков. Грибочки уже пожарились. Стало в половину меньше. Говядинка наша стала, знаете, уже такая мягенькая, но она еще не распадается, вот так, знаете, что прям таять во рту. То есть уже можно добавлять грибы и все это вместе еще часик где-то полтора протушить. Что еще, девочка, сделала? Вспомнила, что у меня я делала лазанью вчера, и у меня остался вот этот соус, половина его. Обычно там полбанки, я его либо выбрасываю, то есть он мне никуда не идет. Добавила сюда, и сразу получился очень интересный вкус и цвет. Так что вот экспериментируйте всегда, пробуйте что-то новое, не зацикливайтесь на каком-то одном рецепте. Добавляю 3 зубчика чеснока, причем один у меня, видите, порезанный, а 2 потертые на терочке. Все, мои дорогие, 5 часов вечера, Анютка моя читает. Я прям все подустала, хотя с утра было море энергии. Вот капустинку, видите, переложила я в тазик, столовая ложка соли, столовая ложка сахара, все это подавлю в баночке, пусть оно квасится. Пюрешечка сейчас покажу вам. Картошка будет вот просто с маслом. И, как я и думала, все очень вкусно получилось. Мясо, ну не знаю, как вам показать, нет. Его надавливаешь даже вилкой, ложкой, и оно просто распадается. С грибочками, вкусный соус. Вот к этой картошечке будет эта подливочка, кексики, так что сегодня у нас будет вкуснота. Хочу вам сниму эпизодик, пока он актуален. Одна из наших подписчиц прислала мне видео, что она тоже купила себе швейную машинку по хорошей скидке в магазине АБС. Поэтому кому надо, конечно же, вперед. Ну, еще нам скидывают много-много всякой информации. Я, конечно же, в конце ролика вам все это прикреплю. Пока-пока, до новых встреч. Искренне ваша Наталья Чалова. Видите, я уже переместилась на диванчик. Всем здравствуйте, показываю свою мечту покупку, швейную машину Бразер. Инструкция на разных языках. Можно почитать. Чехол на машинку. Лапка. Тоже с инструкцией. Провод. Также набор, в который входит несколько запасных шпулек, лапки, иголки и каретка для ширины зигзага, либо кто занимается вышивкой. Сама машинка. В ней 40 программ. Здесь компьютер. Оп. Оп. Включаем. Сработал компьютер. Здесь включена лампочка, ее можно выключить, и уже стоит иголка. Рукоделица, будьте осторожны, иголка уже здесь, поэтому она и прикрыта. Ну, бывает жизнь всякая. Супер. Теперь самая интересная цена. Я ее покупала в супермаркет ОБС. Цена машинки 1743 кроны. Я попала на акции 30% скидки на эту фирму машинок. Дополнительно я купила нитки черные. Шпульки и иголки 80 и 70.
Я очень довольна покупкой. Буду пробовать, буду стараться. Есть следующая мечта. Оверлок. Ну, посмотрим, как оно будет.